Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то щедростью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы, за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу, за прошлую и завтрашнюю силу, за то, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы, за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Живу, но не за тот, в котором перестану. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире вечерний Витебск. Ваня, привет. Всем желаю доброго вечера. Как всегда, рад тебя видеть. Взаимно. Ваня, ты знаешь, что я когда смотрю вот на таких прекрасных исполнительниц, либо исполнителей, ребят, которые приходят к нам в студию, я понимаю, что они студентки или студенты каких-то вузов, каждый раз у меня возникает вопрос, ну откуда вот у людей столько много таланта? Вот как ты думаешь, кто сегодня выступал перед нами? Ну, я знаю, мне не имеет смысла гадать, вот здесь у меня все написано, Татьяна Кузьмичева, студентка ВГМУ, но что меня больше всего в этих ситуациях удивляет, поражает, да и людей, которые следят за нашим эфиром, мне кажется, они по ноткам в голосе, по каким-то движениям уже могут догадаться, откуда человек, в каком студенческом клубе над ним поработали, где подтянули какие-то, подшлифовали какие-то, не знаю, там, особенности, нюансы, там, подчеркнули преимущества. В общем, можно отличить. Ну, мне кажется, что все, без исключения ребята, которые приходят к нам в студию и показывают какие-то творческие номера, могли бы смело учиться и в каком-то творческом вузе. Абсолютно. А еще мне кажется, что как раз-таки работает пословица, поговорка «талантливый человек талантлив во всем». В крайнем случае мы на это очень рассчитываем, очень надеемся, потому что очень хотелось бы, чтобы студенты ВГМУ были не только талантливы в исполнении песен, например, в вокале, да, или там хореографии, но и талантливы в своей будущей профессии. Ну и, кстати, вот до сих пор меня удивляет, вот сколько лет уже существует наша программа, сколько гостей было у нас из медицинского университета, как
у них получается совмещать и профессиональную сферу, и учебу, потому что там нельзя учиться плохо, это в принципе невозможно для врачей, и совершенно профессионально выступать, потому что как времени на это хватает, как терпения хватает, усидчивости, ну, в общем, всего того, чего мне, например, не хватает, почему этим людям всего там хватает? Я абсолютно с тобой согласна, мне тоже категорически не хватает времени, я не понимаю, откуда вот этот заряд постоянной какой-то энергии берут ребята. Вань, еще одна тебе загадка на сегодня, про это не написано так в сценарии. Скажи, пожалуйста, 1 ноября, вот как ты думаешь, что это такое за день? Ну, я как человек-пессимист, для меня, я уже с ужасом понимаю, что будет после этого месяца, что грядет безвозвратная зима, близко, холод, да. Но, с другой стороны, эта дата – большое событие, большой праздник для людей, которые пришли сегодня к нам. Правильно? Подсмотрел все-таки. Подсмотрел. На самом деле, ведущий вуз не только города, не только области, но и нашей страны, Витебский государственный медицинский университет, отмечает юбилей целых 85 лет. Мне кажется, это очень значимая дата для вуза и для нашего города. И, кроме всего прочего, вот на протяжении этих 85 лет ВГМУ может похвастаться огромным количеством значимых дат, событий и так далее. Ну, как вы поняли же, дорогие телезрители, сегодня наш эфир мы посвящаем юбилею ВГМУ. У нас сегодня будут замечательные гости в эфире, будет интересно. Оставайтесь вместе с нами. Итак, мы начинаем нашу программу, и я с удовольствием говорю добрый вечер Глушанко Василию Семеновичу, заведующему кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК ВГМУ, и Семенову Валерию Михайловичу, заведующему кафедрой инфекционных болезней ВГМУ. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что сегодняшний вечер вы проведете вместе с нами. Мы очень рады таким гостям. Скажите, наверное, первый вопрос, конечно же, будет о том, что лично для вас значит юбилей ВГМУ и что для вас вуз? Для меня это фактически моя жизнь вся. Вот я горжусь нашим вузом. Вот, и все силы свои прикладываю, чтобы способствовать развитию нашего университета. Вот так. Валерий Михайлович. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что на сегодняшний день университет – это все. Все понимание того, что каждый человек, который живет, он трудится, он живет определенной жизнью. И для нас, вот кто работает в университете, это все заключается в том, что это, наверное, единственное, где можно воплотить все в одном, как говорится, в одном учреждении, это и клиническую работу, то есть осмотр пациентов, это и подготовка кадров, поскольку если мы не будем их готовить, то завтра некому будет лечить, и, конечно, научные исследования. Наверное, подобной организации больше нет. Ну, а если конкретно для Витебского медицинского университета, так это, конечно, самый любимый, самый лучший, и я думаю, что это тоже не ошибусь, скажу, что это не только лучший в республике, это лучший далеко за ее пределами. Можно говорить о том, что один из лучших в мире вузов. А вот вы сказали, что университет – это для вас все. А в какой момент так стало? То есть, ну вот, был же такой момент, когда вы поняли, все, с этого момента университет для меня – это вот вся моя жизнь, все, что у меня происходит. Я думаю, что это, конечно, не буду приводствовать лукаво и говорить, что это на первом, втором, третьем или четвертом курсе, и даже на шестом это еще не было. А вот после того, когда клиническая ординатура, когда уже начался возможность проводить научные исследования, когда были первые возможности уже кому-то передавать что-то, учить кого-то. Вот с этого момента это, наверное, у каждого человека это где-то года 3-4-5 проходит, и если человек не осознает, что это все, то, наверное, ему не стоит тогда работать в вузе. Василий Семенович, вы тоже заканчивали ВГМУ? Да, да. Я здесь учился. Я хотел бы сказать, что со студенческих лет уже были поставлены задачи, значит, заниматься наукой.
И фактически кандидатскую диссертацию я в период обучения в университете уже фактически сделал, выполнил. Вот. Хотя еще не был врачом, вот, мне пришлось как бы самому еще подрастать, да, до уровня врачебного, получить соответствующую квалификацию. Вот, поэтому, ну, уже спустя 2 года после окончания университета я защитил во Львове кандидатскую диссертацию, а затем в Москве докторскую. На каждом из вас есть вот что перечислить, да? Давайте не будем сегодня скромничать. Валерий Михайлович, расскажите о своих заслугах, достижениях. Да, понимаете, вот как-то говорить о своих заслугах, не говоря о том, что эти заслуги связаны с учреждением, где ты работаешь, это было бы, наверное, тоже неправильно. Ведь само учреждение – это такой, как говорится, структура, в которой каждый из нас – это определенные кирпичи, которые создают здание, то, которое мы называем университет. Конечно, не без того, чтобы в университете не создавались условия, невозможно было что-то достичь. Я хочу сказать, что сегодня еще раз хочу подчеркнуть, что созданы условия, когда можно свои возможности воплощать в жизнь. Это касается, в первую очередь, конечно, клинической работы, то есть тому, чему мы направлены, тому, чему мы учим студентов, чтобы они становились хорошими врачами. И второе – это, конечно, научные исследования. И в этом отношении без базы, на которой будешь проводить научные исследования, ну, можно что угодно придумать, но реализовать-то нет. Реализовать будет сложно. Поэтому сегодня, оглядываясь уже с определенный период, который я работаю в университете, сегодня я могу сказать, что очень хорошая база для тех исследований, ну, по крайней мере, которые провожу я и мои ученики. И это, ну, такое направление молекулярно-генетических исследований. Я считаю, что это направление 21 века. Это сегодня оживляется все. Советский Союз лидировал в свое время в генетике. Ну, достаточно вспомнить Вавилова. Но определенный промежуток времени как-то не придавалось этому значения. А сегодня мы должны проводить исследования, это касается целого ряда заболеваний, в первую очередь, конечно, инфекционных, онкологических заболеваний, наследственных. И в этом плане мы вот работаем, создаем определенные диагностические наборы, которые реализуются в производство, проводим исследования с участием людей по разработке новых методов, основанных на молекулярно-генетических принципах. И, конечно, это создает определенные условия, то есть с условия для того, чтобы лучше и учить врачей. Потому что если преподаватель не занимается научной работой, то он входит в тупик, он не сможет готовить современных врачей, которые нужны нашей стране. Знаете, вот, наверное, бытует такое мнение о том, что где-то там всегда лучше, чем у нас. Вот если говорить именно о каких-то достижениях в научной деятельности, то есть мы можем говорить о том, что ВГМУ – это лидер среди каких-то, может быть, вот… Отдельных направлений. Отдельных направлений, может быть, каких-то, да, каких-то, может быть, даже открытий, вот, работ. Я думаю, что Василий Иванович не обидится, если я начну, он продолжит. Дело заключается в том, что действительно так, если взять медицинские вузы нашей страны, у нас их на сегодняшний день 4 по подготовке студентов, и 5 это Белорусская академия постдипломного образования, то, несомненно, на сегодняшний день Витебский медицинский университет имеет, ну, такие хорошие преимущества в направлениях, касающихся иммунологических исследований, молекулярно-генетических исследований, направленных исследований, касающихся вот самым сегодня важным проблемой, является антибиотикорезистентность, то есть неэффективность антибиотика при целом ряде заболеваний. Не могу не сказать, что сегодня в хирургическом аспекте тоже лидирует наш университет, особенно касаясь операций на
вот гиатрододональной зоне, там, в отношении сложных операций, связанных с заболеванием печени. Я почему об этом говорю? Потому что мы тоже лечим, но мы консервативно лечим, мы терапевтическими методами лечим эти заболевания. Но в этом аспекте лидерство действительно неоспоримое. И не могу не сказать, не для того, что там, чтобы никто не подумал, но в этом аспекте, конечно, талантливейший хирург – это наш ректор, который действительно проводит подобные операции, которые, наверное, можно назвать и мировыми операциями в отношении помощи пациентам. Так, вам слово. Василий Семенович, добавьте что-нибудь. Ну, вы, наверное, то, все знаете, да, вот такую фамилию, как Александр Николаевич Косинец в свое время. Он был ректором нашего университета. Ему президент поручил подготовить национальную программу демографической безопасности. Вот, и мне выпала честь быть у него. Когда он был назначен на должность вице-премьера Республики Беларусь, это в этот период, это была первая национальная программа демографической безопасности. Именно ему поручил. И тогда вместе с профессором Подпаловым была создана рабочая группа, и он ее возглавил. И мы входили в качестве заместителей по рабочей группе и большое количество различных министров, которые решали проблемы народонаселения, потому что у нас была ситуация... Шел процесс депопуляции населения, то есть смертность превысила рождаемость с 93-го года, и это продолжалось до 2016 года. Сейчас произошел перелом, уже третья программа работает. То есть благодаря этим усилиям, вот, благодаря финансированию этой программы, вот, фактически было... прекратилась преждевременная смертность населения. То есть, таким образом, мы через организационные мероприятия решали проблемы, которые касались не только здоровья людей, но также и их жизни. То есть мы таким образом через организационные мероприятия спасали. Мы, кстати, вот моя дисциплина в практическом здравоохранении откликается в организаторах здравоохранения. Это вот руководители медицинских организаций, органов управления, министерства здравоохранения, вот, управление здравоохранения и социальной защиты, совета министров, ну, администрации президента. С другими словами, вы работаете на предупреждение болезни, да, за здоровый образ жизни, чтобы... То есть это профилактика, это верно поняла, это, да? Да, это профилактика. Это реабилитация, вот, как рычаг профилактики, это диспансеризация населения, то есть постановка на учет тех, кто нуждается в этом, их оздоровление. И здорового образа жизни то же самое. Я, когда вас представляла, вот сказала прям аббревиатурой, да, ФПК и ПК. Наверное, нужно нашим телезрителям немножечко расшифровать. Я знаю, что это достаточно важный момент для вас, да, то есть с курсом ФПК – это факультет переподготовки кадров, а вот ПК буквочки обозначают… Факультет повышения квалификации, да, квалификации и переподготовки кадров. Это говорит о том, что на вашем факультете могут учиться не только студенты, но это могут приходить врачи, у которых уже есть высшее образование, опять же, правильно, преподаватели и так далее. Вот сейчас, кстати, занимаются две группы, вот, которые у нас находятся на повышении квалификации. Это руководители со всех регионов Республики Беларусь, вот не только Витебской, вот с Могилёва есть и так далее. Вот в данный момент времени как раз... Но тут, мне кажется, то, о чем говорил Валерий Михайлович, если руководитель не будет сам совершенствоваться, не будет заниматься наукой, он ничего не сможет дать своим студентам. Так и здесь примерно, если врач не будет совершенствоваться, не будет заниматься самообразованием дополнительным, ну, под руководством, да, скажем так, то тогда, наверное, врач тоже остановится, и он же не сможет дать ничего пациенту. Да, несомненно.
Несомненно, от руководителя очень многое зависит. Не случайно Аристотель, это древнегреческий философ знаменитый, вот еще до новой эры сказал, кадры решают все. Вот современный руководитель, он должен знать не только клинику, он должен знать менеджмент, маркетинг, фармакоэкономику, персонализированную доказательную медицину, юриспруденцию, то есть право, должен владеть этими вопросами. Вот. Мне кажется, то, с чего мы начали сегодня разговор, когда все успевать, скажите, еще пожалуйста. Добавляете туда педагогику, психологию, да. Ну, чтобы это все... И вообще, это такой универсальный солдат сейчас врач. Он должен все знать, все понимать, во всем разбираться и понимать причины, не знаю, может быть, в каких-то вещах, которые там, даже не кажутся первостепенными, да, какими-то основными. Но в любом случае... Мне кажется, что вот вы говорите, что и раньше занимались исследованиями, и сейчас мир меняется, время меняется, но именно здесь у нас в Витебске приятно, что сохраняется какая-то традиция, что, как и раньше, вам было интересно, вам было чем заниматься, так и сейчас вы находите себе применение в самых разных исследованиях, и это дает результат, и приятно, что вы об этом рассказываете с интересом, с увлечением, и вы видите, куда двигаться дальше и что делать дальше. Я правильно понимаю? Да? Да, совершенно. Валерий Михайлович, я бы хотел просто добавить, что действительно врач должен обладать всеми качествами, которые перечислили, но в первую очередь он должен уметь лечить пациента. Пациент, он, когда он общается с врачом, он должен получить от него помощь. А уже потом, конечно, соблюдая все законодательства и так далее. Поэтому все же, на мой взгляд, главным является обучение клиники, диагностики заболеваний, современным методом лечения. Это будет, наверное, совершенно правильно, и мы все кафедры этим занимаемся, независимо даже с первого курса и с последнего. То есть это как раз-таки то волшебное слово «практикоориентированность». Практикоориентированность, конечно, практикоориентированность и учение всю жизнь. Поэтому и ФПК у нас практически уже, наверное, и кафедры нет, которые без курса ФПК и ПК. И наша, в том числе, кафедра, потому что учиться надо постоянно. 21 век отличается от 20-го. Очень быстро все развивается. Очень быстро. Мы можем сегодня, например, представить лет 10 там назад, что у нас у всех будут сотовые телефоны, да еще с видеокамерой, да еще с возможностями оплачивать банковские услуги и все остальное. А сколько времени-то прошло? Крайне мало. Точно так же сегодня и диагностические методы, и новые лечебные технологии, перинфицированная медицина. Это не таблетки дать, это технологии лекарственные. Это новые технологии, конкретно для конкретного пациента. Ну, это сегодня требует... Трудно себе представить сегодня уже современного молодого врача без компьютерной грамотности. Ну, просто невозможно. Он просто не сможет работать, потому что у нас даже история скоро болезни уже. Министерство вдруг говорит о том, что будет электронные, понимаете? То есть и право, и все остальное, это понятно. Но самое главное, если он не будет уметь лечить, не нужно все остальное. Это особенность подготовки в медицинских вузах. Это надо научить его лечить. И при этом он должен сохранить и чувство ответственности, и чувство доброты, и сопереживания вместе с пациентом. И поэтому то, что вот сегодня песни такие прекрасные, номера наши студенты делают, это же ведь тоже воспитательный момент, когда они так душевно поют, значит, у них пробуждаются те качества, которые необходимы современному доктору и которые необходимы пациенту. Он ждет доктора, а он должен быть чувственным и хорошим. Такие замечательные слова. Валерий Михайлович, ну, я вот не могу не спросить у вас, вы сами затронули эту тему, сказали о том, что одно из направлений вашей работы, вы пытаетесь догнать, я скажу таким очень простым языком, простите, если это будет немножечко, значит, догнать развитие бактерий, вирусов, антибиотики, да, чтобы они были действенны в лечении. Насколько успешно, скажите, то есть мы можем сейчас пообещать нашим телезрителям, что наши ученые справятся с этой проблемой? Вы знаете, вот в конце прошлого года, это единственная резолюция ООН, которая принята была единогласно всеми странами. Это программа сдерживания антибиотикорезистентности. Ни одна страна не возмущалась. И на основании этой резолюции ООН по решению исполкома стран СНГ создана рабочая группа.
и составлен план программы, которая должна быть закончена, ее написание в первом квартале 2020 года на 5 лет по сдерживанию антибиотикорезистентности в странах СНГ. И очень много сложностей. Нельзя, наверное, скрывать и, наверное, договориться о тех фактах, что сегодня уже есть в Европе, в Евросоюзе, в цивилизованных странах случаи смерти от возбудителей, которые проявляют резистенцию ко всем имеющимся антибиотикам. И реально понимать то, что не создадутся антибиотики новые в ближайшее время, потому что создание нового лекарственного средства – это миллиарды. Миллиарды надо затратить, пока доведут его до всех клинических испытаний. Поэтому в первую очередь мы и занимаемся этим, и наши вот работы проводятся, вот, кажется, кафедрой инфекционных болезней, а мы занимаемся и с провизорами, сотрудниками аптек. Потому что там большинство пациентов ищут первую помощь. Они, приходя в аптеку, они спрашивают, какой посоветует провизор ему лекарственные средства. И мы должны быть в взаимосвязи. И это тогда позволит, ну, чтобы не было большого количества назначения антибиотиков и так далее. Если мы все вместе будем это делать, пациенты и врачи, то, ну, есть шанс, что мы справимся. Победим. Ну, давайте на этой оптимистичной ноте. Мы победим, действительно, так будет. Я искренне поздравляю вас. Спасибо. Потому что, действительно, юбилей вуза неразделим. Как бы это ваш праздник. С праздником. Желаю дальнейших успехов вам как в научной, так и в личной жизни. Пусть все складывается, пусть все получается. Еще раз огромное спасибо, что сегодня были вместе с нами. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу программу. И прямо сейчас посмотрим небольшой отрывок из юбилейного фильма ВГМУ и узнаем, какими же достижениями гордится вуз. История ВГМУ богата на цифры и значимые события не только в масштабах вуза, но и страны в целом. В 1959 году открылся фармацевтический факультет. Он был первым и еще долгое время, 50 лет, оставался единственным в Беларуси. А в 1981 году Витебский государственный медицинский институт начал подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. В юбилейный 1984 год Витебский государственный медицинский институт награжден Орденом Дружбы Народов. В 2009 году за особые заслуги в социально-культурной сфере, большой вклад в развитие системы здравоохранения, обеспечение ее врачебными, провизорскими и научными кадрами, в соответствии с указом президента страны Витебскому государственному ордена дружбы народов медицинскому университету было вручено почетное государственное знамя Республики Беларусь. Неоценимый вклад в разные годы внесли в развитие вуза и медицины в целом руководители университета. Моисей Анисимович Хазанов, Анисим Иванович Савченко, Иван Илларионович Богданович, Глафира Антоновна Медведева, Евгений Никандрович Медведский, Михаил Григорьевич Сачек, Александр Николаевич Косинец, Валерий Петрович Дайкало. В копилке Витебского государственного медицинского университета много регалий, наград, благодарностей. Одно из последних достижений – занесение на областную доску почета. ВГМУ признан победителем соревнования за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования. Особая гордость юбилейного года – ВГМУ стал единственным вузом Республики Беларусь, вошедшим в общий релиз международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2019. В конкурсе участвовали более 450 вузов, которые имеют высокие позиции и в других международных рейтингах, из 76 стран. ВГМУ занял позицию 301+. Кроме определения общего места, ранжирование проводилось и по отдельным направлениям, соответствующим целям устойчивого развития ООН. Наиболее высокое место ВГМУ получил в категории «Good Health and Well-being for People» – 101 из 200.
Мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю наших гостей в студии. Это Кугач Валентина Васильевна, начальник учебно-научно-производственного центра «Фармация», и Самсонова Инна Васильевна, заведующая кафедрой патологической анатомии с курсом судебной медицины. Добрый вечер. Здравствуйте. Я тоже спешу вас поздравить с праздником. Юбилей замечательный, замечательная цифра 85. И наверняка для вас это тоже очень-очень много значит. Вот давайте, наверное, первый вопрос я буду задавать всем нашим гостям один и тот же. Что для вас ВГМУ? Валентина Васильевна, вы ко мне ближе, поэтому вам слово. Спасибо. Ну, я тоже выпускница фармацевтического факультета ВГМУ, 17-й выпуск. Вообще ВГМУ – это вся моя жизнь, это работа. Это все мои планы, это какие-то итоги, ну и, конечно, это наши студенты, это наши сотрудники, весь наш факультет, университет. Ну, ВГМУ для меня это все. Валентина Васильевна, ну вот если ВГМУ отмечает 85 лет, то фармфакультет в этом году отмечает тоже очень круглую дату, тоже достаточно значимую, это 60 лет. Так что у вас двойной праздник. Да, действительно, наш факультет был организован в 1959 году, и более 50 лет мы были единственным факультетом, который готовил кадры с высшим фармацевтическим образованием. Ну, сначала для Советского Союза, потом для Республики Беларусь. Сегодня это 10 кафедр, 2 из них расположены в лабораторно-теоретическом корпусе, 8 кафедр в главном учебном корпусе. Это аптека, это симуляционная аптека, это химико-фармацевтическая лаборатория. И, конечно, большие планы перед нами стоят в связи с тем, что мы приобрели здание по проспекту Фрунзе 77 и будем дальше развивать в том числе и производство, и взаимодействие дальнейшее с нашими предприятиями. Конечно, наш факультет – это наши сотрудники, это заведующие кафедрами, преподаватели, лаборанты, это наши студенты, замечательные студенты. Толковые, вот только хотела спросить, толковые у вас студенты? Очень. Мы ими гордимся, потому что вот неоднократно выезжали на олимпиады, например, всероссийские, становились призерами. Второе место в Санкт-Петербурге, третье место в Орехово-Зуево. Они дважды становились победителями и в прошлом году заняли второе место на химико-олимпийских играх в Санкт-Петербурге. Наша студентка стала победительницей олимпиады по органической химии в Москве. Они у нас участники всевозможных студенческих мероприятий, они участвуют в студенческой науке. То есть, ну, конечно, мы ими гордимся. Ну, это... таких бы золотых студентов не было, я думаю, без алмазных преподавателей тогда уже. Ну, наверное, да. Наверное, да, правда, да. Не будем скромничать сегодня все-таки. Инна Васильевна, а расскажите нам, пожалуйста, о своей кафедре. Чем вы занимаетесь, чему вы учите студентов? Наша кафедра, она тоже уже в следующем году будет отмечать круглую дату. Она была создана в 1935 году, и звучало название ее как кафедра патологической анатомии. Это с 2016 года к кафедре был присоединен курс судебной медицины, и сейчас мы готовим, в принципе, преподаем две дисциплины. Это патологическая анатомия и, собственно, судебная медицина. Специальности, если говорить о врачебных специальностях, это немножко различные специальности, но объединяет их морфологические основы диагноза. Давайте поясним нашим телезрителям, потому что не только ваши коллеги смотрят, то есть морфологические основы диагноза – это... Ну, как-то вот сложилось так, что специальность врача-патолога-анатома у большинства, наверное, населения ассоциируется исключительно со вскрытием, с аутопсийными исследованиями. Но на самом деле наша основная работа – это все-таки биопсийные исследования, установление диагноза, морфологических основ диагноза для пациентов, живых людей. Это биопсийная наша работа, это где-то 85% нашей основной работы. И мы студентов учим понимать симптомы всех заболеваний именно исходя из морфологических изменений. Вот первые два курса студенты изучают основы медицины, основы нормального строения и функционирования организма, а когда они приходят на третий курс и на нашу кафедру, кафедру патологической анатомии, то они уже
говорят о заболеваниях именно как нарушение структуры и функции того или иного органа, того или иного образования. Ну и как-то мы стараемся им донести важность нашего предмета. Не потому что вот я, да, на этой кафедре считаю, что мой предмет сам наш предмет самый основной. Нет, но когда на какую бы кафедру они ни приходили, это кафедры хирургического профиля, терапевтического профиля, те же акушеры, гинекологи, они все равно так или иначе соотносятся с изменениями органов тканей и то, что мы преподаем студентам. Большое подспорье, конечно, да, в преподавании нашего предмета, это та база, которая была создана не одним поколением сотрудников. Как я уже сказала, с 35-го года кафедра существует. И вот все то, чем мы располагаем, это результаты работы не одного поколения. Это и музей наш макропрепаратов, и гистологический музей, то, что мы можем показать и объяснить студентам. И с 2010 года кафедра расширила свою материально-техническую базу вот благодаря введению в эксплуатацию морфологического корпуса. И мы на этой базе создали учебно-научно-клинический комплекс, где студенты вот сами могут и увидеть непосредственно, как, с чем мы работаем, и поучаствовать в этом процессе. Конечно, мы пригласили сюда отделение, практическое отделение, и совместно с ними работаем, сотрудничаем. Инна Васильевна, а вы тоже выпускница ВГМУ? Да, я выпускница ВГМУ. В 1997 году я закончила университет. А в этом же университете я закончила аспирантуру. И моя вся жизнь, как и у Валентины Васильевны, связана с университетом, с нашим университетом. А вот скажите, когда вы поступали и понимали, что вы уже будете учиться, что, наверное, вы пойдете, там, не знаю, в аспирантуру в какой-то момент, вы знали уже тогда, что вы останетесь работать в этом университете, это было целью? Или это, мне кажется, для всех, может быть, кто вот занимает там должность заведующего, да, какой-то кафедры или руководителя центра, не знаю, как-то как подарок судьбы, или это дело случая, или вот в какой-то момент предложили, там, и вы согласились, вот как вот этот момент происходит? Ну, у меня как происходило? Будучи еще студенткой второго курса, да, вот были занятия по нормальной физиологии, и меня пригласили работать в студенческом научном кружке. И на протяжении всех лет, последующих лет учебы, я была членом студенческого научного кружка, то есть свой первый какой-то научный опыт. Заканчивала университет я с красным дипломом и в совокупности, да, с определенными достижениями была рекомендована для поступления в аспирантуру. Ну, как бы от предложения поступать в аспирантуру я не отказывалась, ну и дальше вот уже сложилось так, как сложилось. А скажите, Валентина Васильевна, у вас приблизительно похожая история? Я занималась начиная с первого курса, я была в студенческом научном кружке, причем по мере того, как поднималась на курсы при разных кафедрах, мне предложили, я осталась, ну вот. А вот сейчас, когда вот вы смотрите на студентов, вы понимаете, кто из них мог бы, ну, не знаю, там, со временем занять ваше место или кого можно порекомендовать? То есть это тоже часть вашей работы? Конечно, безусловно. Конечно, это видно. И у нас сегодня... Валентина уже так нахваливала своих студентов. А кого-то надо из них выбрать, там, ну, не всех же, а нескольких человек, у кого какие-то качества есть подходящие. Все-таки, если говорить о научной работе, это специфический такой вид деятельности, и если студенту нравится, то, конечно, мы это видим, и университет очень много делает для того, чтобы таких студентов оставить в ВУЗе, чтобы они у нас продолжали учебу в магистратуре, потом в аспирантуре, чтобы они защищались. То есть, ну, здесь, конечно, руководство создает все условия, ну и мы, как преподаватели, тоже смотрим, выбираем. Ну, мы же говорили о том, что вот в любой, наверное, профессии, в познании профессии очень важна практикоориентированность. И то, что касается медиков, провизоров, это, наверное, особенно важно. Я знаю, что вот в ВУЗе как раз-таки очень такой большой акцент делается на практикоориентированность. Да, на самом деле это так. И я хочу сказать, что вот на фармацевтическом факультете очень много сделано
ну, можно даже за последний год, поскольку мы, например, на кафедре организации экономики и фармации оборудовали учебные аудитории, как торговые залы аптек. Выставлено аптечное оборудование, сделаны выкладки лекарственных средств, медицинских изделий, других товаров. Ну, мы еще в начале пути, но мы взаимодействуем очень активно с нашими белорусскими производителями. Мы обратились к ним, и они нам предоставили упаковки, инструкции по медицинскому применению. И мы в корне перестраиваем образовательный процесс. На самом деле это очень близко к аптеке, и это совсем другой будет уровень подготовки наших студентов. Ну, я думаю, что такой большой скачок в будущее, вообще такая большая, просто огромная ступень ждет вас с открытием Центра фармации и медицины в новом здании на Фрунзе. Ну да, безусловно, здесь очень большие планы у руководства университета в целом. Это касается не только фармацевтического факультета, всего вуза. Ну, может быть, очень хорошо, что у нас есть разные факультеты, то есть можно объединить усилия. Еще очень важный такой момент – это внедрение, да, своих знаний в практическую медицину. Сейчас уже больше говорю о врачах, наверное, хотя и фармацевты – это то же самое. И если говорить о создании научно-практических центров, которых есть в университете, и их несколько, вот об этом будет наш сюжет, который увидят наши телезрители буквально через несколько секунд. Я же благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. Поздравляю еще раз с праздником. Удачи вам как в личной жизни, так и, конечно, в творческой, потому что ваша работа все-таки, как ни крути, творческая, в науке и так далее. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. 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 Успешным симбиозом науки и деятельности практического здравоохранения является создание научно-практических центров. На базе учреждения здравоохранения Витебская областная клиническая больница работает областной научно-практический центр хирургии заболеваний печени и поджелудочной железы, где внедрены и успешно применяются уникальные оперативные методы лечения, а с 2015 года выполняются гетеротопические трансплантации почки. Также на базе больницы функционирует областной офтальмологический научно-практический центр, где ежегодно выполняется более 3000 хирургических операций при катаракте, глаукоме, отслойке сетчатки, косоглазии и других заболеваниях глаз. Используется современное офтальмологическое оборудование и внедряются новые передовые технологии. Достижениями и успехами в диагностике и лечении по праву могут гордиться руководители, сотрудники республиканских и областных научно-практических центров, хирургии тазового дна, флебологического, колопроктологического, гастроэнтерологического, а также центров инфекции в хирургии и гемостазиологии в кардиологии. Сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии разрабатываются консервативные и оперативные методы лечения дегенеративно-дистрофической патологии крупных суставов и способы хирургического вмешательства при эндопротезировании коленного сустава. Клинические кафедры ВГМУ расположены на базе 23 лечебных учреждений Витебской и Могилевской областей. Ежегодно профессорско-преподавательским составом клинических кафедр проводится около 6 тысяч обходов. Не менее 100 тысяч пациентов получают необходимую консультацию в городах и районах Витебской и Могилевской областей. Выполняется более 7 тысяч оперативных, в том числе сложных и высокотехнологичных вмешательств. Еще один инновационный проект ВГМУ – Центр медицины и фармации. В каждой истории есть прошлое, настоящее и будущее. На мой взгляд, объект, рядом с которым мы сегодня находимся, это будущее Витебского государственного медицинского университета. У нас создана четкая концепция по развитию нашей научно-исследовательской работы, образовательного процесса. И вот здесь мы хотим объединить все наши усилия, чтобы студенты, сотрудники могли заниматься и обучением, и научно-исследовательскими изысканиями. Здесь будут располагаться самые современные лаборатории. Уже на первом этаже сегодня действует химико-аналитическая лаборатория, лаборатория клеточных технологий. Работает высокотехнологичное, уникальное оборудование, например, секвенатор. И я уверен, что в ближайшем будущем здесь будет и производственная площадка.
мы будем разрабатывать, внедрять и производить современные лекарственные средства, которые так необходимы нашей республике. Направление взято правильное. Поддержка наших сотрудников, профессорско-преподавательского состава, студентов получено. Одобрение наших общественностью медицинской также. Поэтому я уверен, вот этот объект скоро будет настоящим центром медицины и фармации. Первый этаж здания реконструирован, модернизирован. Там размещена лаборатория с уникальным оборудованием. Уже идет работа по нескольким научным проектам. На втором и третьем этажах пока пусто, но виртуально занят каждый метр площади. Здесь расположатся аудитории фармфакультета, кафедры, фармпроизводства и центр доклинических испытаний лекарственных форм. Вот и сейчас я добрый вечер говорю следующим нашим гостям. Это Синьков Глеб Геннадьевич, начальник отдела дистанционного обучения ВГМУ, и Шустов Дмитрий, студент 6-го курса лечебного факультета ВГМУ. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады вас видеть. Ну, мы говорим о том, что Беларусь должна стать IT-страной, и, соответственно, ВУЗ ВГМУ, как во многих очень направлениях впереди планеты всей, так и в этом направлении тоже. Я знаю, что у вас замечательные показатели вот в этом направлении. Давайте, чтобы я так не предполагала, вы сами расскажете, что и как. Пожалуйста, Глеб Геннадьевич, вам слово. Спасибо большое. Вообще, наш университет и его администрация очень внимательно относятся ко всем инновациям и их важности. И если говорить про интернет-технологии в нашем университете, можно много чего рассказывать, но я мог бы остановиться на той сфере, которая связана с деятельностью нашего отдела. Очень пристальное внимание уделяется совершенствованию информационно-методической поддержки нашего образовательного процесса. И уже ряд лет этот процесс совершенствуется за счет того, что мы в университете имеем сайт системы дистанционного обучения. Этот сайт аккумулирует в себе работу всех кафедр и большинства подразделений. И, в общем-то, его основной задачей является то, чтобы современный студент, который на «ты» со всеми гаджетами, мобильными телефонами, смартфонами, мог в своем телефоне, компьютере, любом устройстве получить в любое время, находясь в любом месте, доступ ко всем необходимым учебным материалам, саккумулировать свои оставшиеся силы для того, чтобы работать уже непосредственно, выполняя практические навыки в университете, на клинических базах, работая с пациентом и так далее. Но самое главное, чтобы у него вот вся информация была в одном месте. Под рукой. Всегда доступна. Да, я правильно понимаю, это не значит, что после этого можно не ходить на лекции, не слушать преподавателей, не записывать? Или, в принципе, если не получилось, что-то пропустил, то одно заменяет другое? Ну, совершенно верно. Вы отметили, здесь речь идет не, безусловно, не о замене, а о дополнении традиционных методов обучения теми замечательными средствами, которые даровал нам технический прогресс в плане оборудования и развития интернета. То есть цель такая – экономить время для того, чтобы временных ресурсов было больше у студента, чтобы вот практической деятельностью как раз-таки заниматься. Условно, даже чтобы студенту не ехать в библиотеку, не тратить время на дорогу и так далее, а найти нужную информацию в телефоне. Ну, в целом, да, библиотека у нас тоже замечательная в университете. Ее хочется посещать студентам. Но главное, что это доступность информации вот в максимальной степени, пожалуй. Я знаю, что вы можете похвастаться тем, что сайт университета признан одним из лучших. Да, очень приятно, что вы об этом помните. Действительно, в 2016 году состоялось очень значимое событие для университета, для его веб-сайта. На хорошо известной белорусской интернет-премии ТИБА в категории «Образование и наука» наш сайт, сайт ВГМУ, занял почетное второе место, причем и как владелец ресурса, и как его разработчик. Первое место, соответственно, занял белорусский государственный университет, но это... Это случайность, да? Это случайность. Все такое закономерно, естественно, но это большое достижение для университета.
У меня вопрос к Дмитрию. Пользовались ли вы когда-нибудь вот такой возможностью, вот то, о чем говорили? Искали ли какие-то материалы на сайте университета? На самом деле я пользуюсь ими ежедневно, как и другие студенты, потому что все, что нужно, находится у тебя в кармане. Это не занимает какое-то огромное количество времени, минута, и на занятиях дома все, что тебе нужно, у тебя есть. Ну, кстати, потому что вы у нас вдвоем сегодня в гостях, можно говорить о том, что вот разработка сайта, разработка вот программы дистанционного обучения проходит в таком тесном сотрудничестве, помимо вот разработчиков, да, но еще и со студентами и преподавателями. Правильно понимаю? Безусловно. И очень важна именно такая позитивная коллаборация, взаимодействие. Mm-hmm. Потому что кафедры разрабатывают уже сами учебные материалы. Это основа. Технические специалисты внедряют специальные уже IT-решения, скажем, программы, занимаются технической поддержкой, организационной, методической. Ну и, соответственно, студенты — это основные, главные потребители этой информации. И вот очень важно, чтобы между этими тремя субъектами деятельности было налажено хорошее взаимодействие. И, в общем-то, пожалуй, у нас в университете это имеет место. Это здорово. Все наши сайты — это живые организмы, достаточно большие. И они каждый день меняются, развиваются. И это вот позитивное взаимодействие позволяет им развиваться быстро и в нужном, полезном направлении. Ну, вот, знаю, что Дмитрий может рассказать как раз-таки о работе уже в социальных сетях, да? Расскажите подробнее. Да. Ну, что для меня важно, что администрация университета и Глеб Геннадьевич поддерживает любые идеи, которые mm-hmm. возникают. Мы занимаемся работой именно ВКонтакте, сделали акцент на социальные сети ВКонтакте и на Ютубе. Mm-hmm. Совсем недавно наша группа стала официальной. Мы прошли верификацию ВКонтакте. Это был очень сложный и трудоемкий процесс. Мы проходили его больше года, но все-таки администрация ВКонтакте одобрила нашу группу. Мы прошли все этапы и получили mm-hmm. нашу заветную галочку. Теперь наше сообщество официально. Выделяется, да, официально и выделяется специальной галочкой среди других сообществ. Ну, то есть ни с кем уже не перепутаешь, да? Случайно в другой университет не вступишь, в смысле, в сообщество. Да. Также мы занимаемся разработкой видеоуроков совместно с преподавателями университета. Вот я хотела спросить, да, что вы выкладываете в ВКонтакте, собственно говоря? Посиделки в общежитии или все-таки? Нет, в основном это какой-то новостной портал, то есть основные новости, угу. все события, которые происходят в университете, волонтерская деятельность, БРСМ, правком, все эти организации, мы тесно взаимодействуем с ними, и они выкладывают свою информацию через официальную группу. А вы назвали слово видеоуроки? Видеоуроки, да, вот. Не то, как вылечить себя, не знаю, от какой-то болезни, ну, не такое? Нет, на самом деле наш университет практикоориентированный, то есть мы не только изучаем какие-то теоретические дисциплины, но делаем акцент именно на практику. Поэтому мы совместно с преподавателями записываем методику каких-то манипуляций, хирургических, терапевтических, и выкладываем видеоуроки на наш официальный канал на Ютубе. Чтобы студенты, опять же, повышали уровень своих знаний. Uh-huh. Ну, главное, чтобы это было для специалистов, а не то, что дома кто-то посмотрел и давай-ка мы бабушку вылечим. Ну, всякое же бывает. Нет, у нас именно медицинское сообщество. Именно все на профессиональном уровне, потому что мы делаем наши видеоуроки вместе с доцентами, профессорами кафедр. Ну что ж, замечательно. Мне кажется, будущее у вас прекрасное. И с учетом вот развития технологий, как мы действительно шагаем семимильными шагами в этом направлении, вообще мир шагает, то вы не отстаете. Это здорово. Большие молодцы. Ребята, я тоже вас поздравляю с юбилеем вуза. Успехов вам. Вам, Дмитрий, хочется пожелать успехов в вашей деятельности. Лечите хорошо людей, пожалуйста, когда будете выпускником. А будете выпускником вы уже через полгода. Да. Поэтому очень надеемся, что все сложится, все получится, и к вам пациенты будут ходить с радостью, уходить здоровыми. Спасибо огромное. Спасибо. Еще раз за теплый вечер. Вам всего самого-самого хорошего. С юбилеем. Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям, желаю развития и университету, и конкретно вашему направлению, потому что то, что вы делаете, это очень важно. Вот если бы, я, конечно, не учился в меди, но если бы в мои годы была такая возможность все материалы иметь у себя в кармане, не знаю, я бы не ходил, наверное, в университет. А сейчас нам остается только попрощаться и представить музыкальный номер. Это будет песня про Витебский государственный медицинский университет. Исполнять ее будет студия эстрадной песни «Тандем». Мы желаем вам нескучного вечера и прощаемся до понедельника. Пока. We'll be right back.
с окнами на овраг, и от учебы едет крыша. Будильник с утра твой главный враг, ты его звуки еле слышишь. День состоит из малых побед, утром проснуться не поленится. Рядом ворчит мой сонный сосед, я так люблю здесь учиться. И через много-много лет я вспомню университет. Сегодня я к тебе вернусь, мой самый лучший в мире вуз. Ты не богач и не бедняк, ты лишь студент своей отчизны. И пересдачи все пустяк, главное быть собой по жизни. В вечном потоке клиник, больниц бьется душа, как в клетке птица. Но мне по кайфу студентом быть, я так люблю здесь учиться. И через много-много лет я вспомню университет. Сегодня я к тебе вернусь, мой самый лучший в мире вуз. И через много-много лет я вспомню университет. Сегодня я к тебе вернусь, мой самый лучший в мире вуз. Через много-много лет я вспомню университет. Сегодня я к тебе вернусь. Мой самый лучший в мире вуз. И через много-много лет я вспомню. Thank you.